Грета Садриддинова в это непростое для медиков время, разгар пандемии, наблюдает пациентов с сахарным диабетом во взрослой поликлинике номер один. В марте этого года молодого врача-эндокринолога вместе с мужем, практикующим анестезиологом, пригласили на работу в Щелковскую областную больницу. Вакансии нашли по интернету. Врача мы застали перед самым выходом пациентам на дом. Хронически больные сегодня находятся в зоне повышенного риска. Здесь не хватало эндокринолога и анестезиолога. Мы, как говорится, собрали свои три сумки и приехали сюда. Пациенты есть те, которые ходят ежемесячно, есть те, с которыми мы прям подружились уже. Выпускница Астраханской государственной медицинской академии, уже 5 лет практикующий врач. В Щелкове у Мусаевых родилась дочь. Полгода назад Грета Садриддиновна, вернувшись из декрета, с головой ушла в работу. Пациенты ждали ее возвращения. Сожалеет, что с мужем видится нечасто. Глава семьи сутками дежурит в красной зоне, помогая тяжело больным ковидом. Но даже в разлуке врач-эндокринолог находит эмоциональные силы поддерживать контакт с пациентами. А это половина успеха в лечении. Мои пациенты знают, что я от них хочу. Самое главное – это доверие к врачу. Сегодня будет доктор. Пожалуйста, всего доброго. Не менее напряженные будни у Ларисы Калининой. Она старший оператор поликлиники на Фрунзе. Ведет запись дежурным врачам-терапевтам очно и по телефону. В период пандемии успевает обрабатывать до 500 обращений. Всего год назад их было 300. По большей части на прием идут пожилые люди. Телефон, конечно, никогда не бывает на беззвучке. Всегда с утра до вечера и в ночь. Всегда на телефоне, всегда чем могу, помогаю. Мы еще поколение комсомольцев, которые... должны помогать родине, в том числе в нашей поликлинике, где работаешь. Лариса Геннадьевна в поликлинике с 19 лет. Говорит, что более дружного коллектива не найти. Здесь старшей медсестрой работала ее родная сестра Эльвира Колчина. Теперь 12-летняя дочь Калининых тоже хочет стать терапевтом. У нас вообще замечательный коллектив. Половина молодежи, которые активные, очень с замечательной жизненной позицией. Приходите, пожалуйста, к нам на работу. Хотя за масками и не видно улыбок, пациенты ощущают доброжелательность медперсонала по голосу и глазам. Врачи, анестезиологи и реаниматологи были и остаются на особом счету. Найти таких специалистов – настоящая удача. В Щелковской областной больнице в отделении анестезиологии и реанимации работает такой специалист. У самого Сергея Малыхина это Ахмаджон Дадахонов. В период пандемии отделение, в котором работает Ахмаджон Дадахонов, испытывает самую серьезную нагрузку. Сюда поступают больные с острыми сердечными приступами, обмороками, нарушениями функций легких. Вакансию врач нашел в интернете еще до пандемии. До этого 7 лет спасал людей в Мордовии. Я в детстве, когда у меня было 9 лет, я попал в реанимацию, лежал в коме, без сознания был. Я вышел с такого состояния, с коми, потом я себе дал обещание, что когда вирусу буду, стану врачом, другим, только анестезиологом, реаниматологом, чтобы спасать людей. У врача 3 детей. Заботливый отец мечтает, чтобы все они получили хорошее образование. Сам Дадахонов-старший к выбранной цели шел осознанно. 6 лет старательно учился на врача. Еще год в интернатуре, затем 2 в ординатуре. Столько лет требуется, чтобы потом, находясь в реанимации, выбрать нужную тактику спасения пациента за предельно короткое время. Выдерживать нечеловеческие нагрузки. Ахмаджону Дадахонову помогает его большая семья и коллеги. У нас играет минуты, секунды роль, потому что надо точно убедиться, поставить правильный сразу диагноз предварительный. То наши в реанимации попадают сами тяжелые больные, которые сами критические. Вот такие они, щелковские врачи, люди разной культуры и веры. В это непростое для нас время. Они заняты главным делом, протягивают руку тем, кто нуждается в помощи. В этом и заключается единство народа. Михаил Налетов, Валерий Жегле, Игорь Поляков. Щелковское телевидение.